Привет, а моя красотка по имени Оливия проводит мастер-класс по свинству. Она тут полиняла, соответственно, за компанию и прогадилась. Все как положено. Вот один кусочек шкурки. Надо же так все это скомкать. Где-то он еще кусочки. Ну, скажи, как получилось? Солнце, иди кай. Это с хвостика. А там мы теперь все это отмывать будем. Да. Иди сюда. Ты теперь новая, обновленная версия самой себя. Красивый, яркий животик такой, желтенький. Красотка. Да, умничка. А я сейчас щенками пахну. Она в шоке. Ты кто вообще? Вот она сейчас активно принюхивается. Она реально меня не узнала. Сейчас я еще раз руку покажу. То есть она на измене. Я пахну щенками. И ты вообще кто? Кто ты, блин, чудовище, да, кто? Да, запахи не различают, то есть сейчас запах для нее незнакомый, и я даже как бы не подумавши это сделала, то есть я ее сейчас напугала чужим запахом. Ну что, солнце, сейчас будем отмывать твое счастье. Ну, сейчас глянем, кстати, сначала шкурку твою. Вот так вот я даже до конца уже не стала разворачивать, то есть она всю гармошку тут скомкала, и я при разворачивании просто ее порвала. Вот так ее чешуя, так сказать, выглядит. Ну, я уже рассказывала. Сегменты, да, выглядят как чешуйки, но на самом деле это кожа. Не чешуя, как у рыбы. Это люди воспринимают это именно так. То есть оно в реальности просто кожа с такими сегментами. Это то, что на спинке, ну, наизнанку. А тут то, что на животике с большими сегментами. Ну, я уже не собираю, я уже выкидаю такую тему. Она на меня обиделась. Говорит, ты пришла ко мне, пахнешь черти чем. И все, я ушла в свой домик. Капец. Не, ну я тебя все равно сейчас потревожу. Надо же намывать твой контейнер. И, соответственно, можно будет кормиться. Раз мы и полиняли, и дела все сделали. Молодца.